Я рад приветствовать вас, уважаемые телезрители, в студии RTN WMNB в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, мы находимся в гостеприимной телестудии города Форт-Ли, штат Нью-Джерси. Главным событием минувшей недели является политическая борьба вокруг того, кто же займет освободившееся место в Верховном суде США. В начале нашей передачи я хотел бы несколько слов сказать о значении этой борьбы. На самом деле речь идет, как минимум, о влиянии на американскую политическую жизнь, и не только политическую, на разные стороны жизни американцев в ближайшие как минимум 10, 15, а может даже и 20 лет. Верховный суд США – это очень важная структура жизни Америки. Вы знаете, в Америке есть законодательная, исполнительная и судебная власть. И вот Верховный суд США – это высшая судебная инстанция Америки. Судьи Верховного суда США предлагаются президентом, утверждаются сенатом на пожизненное, как бы они имеют пожизненный срок. Они могут там находиться только сколько посчитают нужным, пока, наконец, скажем, по состоянию здоровья не уйдут или не смогут по другим причинам выполнять свои обязанности, а иначе они могут быть там пожизненно. Они не зависят от прихоти президента, Конгресса, что делает их более независимыми. Именно так и задумывали отцы-основатели сделать Верховный суд США независимой структурой. Она очень важная. На данный момент в Верховном суде США соотношение, грубо говоря, 4 демократа на 4 республиканца. Безусловно, став судьей, они перестают быть членами тех или иных партий, и они не являются либералами или консерваторами, а просто принимают решения уже исходя из сути дела. Но все равно, конечно, до того, как они были номинированы, их история изучается, и все знают их взгляды, либеральные это люди или консервативные, или, например, центристы. Но центристы бывают редко, потому что президент-демократ обычно предлагает демократов, президент-республиканец чаще всего предлагает республиканцев. Я хочу назвать несколько вопросов и проблем, которые, скажем, Верховный суд США обсуждал, ну, скажем, за последние 20 лет, чтобы было понятно, насколько это важная структура и на какие стороны жизни Верховный суд США может повлиять очень достаточно быстро, в зависимости от того, в какую сторону будут направлены его решения. Более консервативные будут, более либеральные. Ну вот я выписал буквально несколько, даже не решений, а направлений, по которым были решения Верховного суда США в последние пару десятилетий. Например, постоянно идет борьба в Америке и обсуждение темы абортов. Законны ли аборты, незаконны ли аборты? Должны ли быть новые законы об ограничении абортов? Или наоборот, нужны законы, предоставляющие послабление в этом вопросе, и женщина сама может распоряжаться своим телом? Или нужно это как-то ограничить, например, ввести какие-то возрастные ограничения, или чтобы там добиваться parental notification, чтобы родители давали разрешение на аборт. И все, что связано с абортными клиниками. В общем, тема абортов постоянно находится не только в центре внимания дебатов политических структур, в том числе Конгресса США, но и постоянно, почти каждый год, Верховный суд США принимает решения, связанные так или иначе с абортами. Наиболее известное решение было Roe vs. Wade, когда было принято решение о том, что считать аборты в Америке законными. С тех пор на этой теме идут всегда дебаты, хотя решение было еще принято в 70-е годы. В последние пару лет было огромное количество решений и дебатов по поводу реформы здравоохранения, или, как ее еще называют, Обамакер. Верховный суд США несколько раз, по-моему, 5 или 6 раз принимал решение по поводу законности, конституционности или неконституционности этой реформы. И в основном всегда принимал решение, что эта реформа здравоохранения конституционная, законная, и только Конгресс США может вносить в нее какие-то изменения или поправки. То есть в будущем тоже Верховный суд будет этим вопросом заниматься и будет голосовать по данному, не голосовать, принимать решения по данному вопросу. Контроль за продажей огнестрельного оружия. Насколько должен быть сильным этот контроль? Должен ли быть какой-то контроль за продажей огнестрельного оружия? Насколько законны решения там, властей штатов или федерального правительства по данному вопросу? В общем, тема контроля за продажей огнестрельного оружия постоянно в центре внимания Верховного суда. Гражданские права иммигрантов, заключенных тюрем, работающих людей, военнослужащих и так далее. То есть тема гражданских прав – это постоянно в центре внимания Верховного суда. Очень много дел по этому вопросу.
той или иной категории населения обсуждаются гражданские права. Многие считают, что вот в итоге, скажем, конфликт сейчас между телефонной компанией Apple и ФБР насчет того, нужно или не нужно компании Apple предоставлять там секретные коды ФБР и открывать телефоны, сотовые телефоны вот этих террористов, которые устроили теракты в Сан-Бернандино. В итоге это будет решение принимать Верховный суд США, в конце концов, принимать финальное решение, скорее всего, нужно или не нужно, или тут опять говорим мы про прависи, или никакого прависи не может быть, когда речь идет о национальной безопасности. Ну, в общем, это тоже может быть прерогатива Верховного суда. Разделение властей, разделение прав властей штатов и федерального правительства. Очень часто этот вопрос обсуждается. Иногда бывает, что Верховный суд США, например, говорит, мы этот вопрос не рассматриваем, мы это дело не рассматриваем. Это на усмотрение властей штатов, это на усмотрение судов штатов. То есть разделение властей штатов и федерального правительства – извечная тема, которую обсуждает Верховный суд США. Дальше, так называемые программы позитивных действий для расовых или других меньшинств. Законны ли они, незаконны ли они, нужно ли их отменять. Были на эту тему разные решения. Например, я помню решение, когда Верховный суд США посчитал незаконным правило, когда в Массачусетский технологический институт принимали представители расовых меньшинств, предоставляя им добавочные 20 поинтов при сдаче, после сдачи экзаменов. К их оценкам добавляли дополнительные баллы, чтобы принимать их, если они представители расовых меньшинств. Верховный суд США отменил эту практику, назвав ее абсолютно незаконной, дискриминационной, неправильной. Вот такие вопросы тоже обсуждает Верховный суд США. Обсуждает Верховный суд постоянно легальность указов президента США. Неважно, кто президент США, но легальность его указов часто ставит под сомнение Конгресс США. Это может быть решение президента-республиканца и иск судебный Конгресса США. Или наоборот, решение, вот много было исполнительных распоряжений президента-демократа Барака Обамы. И в ответ Конгресс подавал Верховный суд, пытаясь обжаловать эти распоряжения. Эти вопросы тоже изучал Верховный суд США, особенно указы, касавшиеся иммиграционной политики. Вопросы о смертной казни – очень важный вопрос для Америки. Постоянно идут дебаты, нужно отменять смертную казнь, должен ли быть мораторий, как должна проходить смертная казнь, сколько может времени длиться апелляционный процесс для того, кого приговорили к смертной казни. Эти вопросы тоже часто решает именно Верховный суд. Вот такой длительный экскурс, своего рода образовательный, я сделал для того, чтобы было понятно, насколько высоки ставки в этой политической борьбе. Это очень все важные вопросы. И вот я назвал только несколько из них, на самом деле гораздо больше. И вот сейчас, в связи с тем, что скончался судья Энтонин Скалия, вместо 9 членов Верховного суда, у нас есть фотография, когда еще было 9 членов Верховного суда США, вот эти все 9 человек. И в первом ряду, второй слева, это Энтонин Скалия, который скончался. И вот теперь на его место номинировал нынешний президент США, демократ Барак Обама, на днях номинировал другого человека, номинировал, как вы понимаете, демократа, демократа с умеренными взглядами, номинировал Мерика Гарланда. Вот эта фотография, где президент Барак Обама объявляет кандидатуру Мерика Гарланда на освободившееся место в Верховном суде США. Что называется, процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Процесс действительно пошел. Президент номинировал кандидата на освободившееся место. И этим кандидатом стал судья апелляционного суда. Он в Вашингтоне последние годы работал. И чтобы попасть в тот суд, где он работал сейчас, его должны были тоже утвердить в Сенате США. Специально Барак Обама выбрал Мерика Гарланда по нескольким причинам. Во-первых, потому что он не либеральный демократ, он считается умеренным демократом. У него достаточно умеренные взгляды по всем перечисленным мной вопросам. И часто он решал, принимал решения, голосовал вместе с более консервативными судьями. Единственный вопрос, которым он считается достаточно либеральным, это все, что касается контроля за продажей огнестрельного оружия. Вот в этом вопросе Мерика Гарланда считают достаточно либеральным. Но расскажем теперь о том, как дальше будет развиваться этот процесс. Итак, по закону президент номинирует кандидата в Верховный суд. После этого с ним встречаются сенаторы от обеих политических партий. После этого проходит публичное слушание, где задают вопросы этому кандидату в Верховный суд. Слушания должны проходить в юридическом комитете палаты, в юридическом комитете Сената США. Кандидатуру должен утвердить Сенат США, Верхняя палата Конгресса.
И вот после встречи с законодателями обычно проходит публичное слушание в этом юридическом или законодательном комитете Сената США, после чего принимается окончательное решение. И если юридический комитет, законодательный комитет Сената США утверждает кандидатуру, предложенную президентом, после этого идет голосование уже в полном составе Сената. Было немало случаев, когда еще на этапе юридического комитета ту или иную кандидатуру сразу отвергали. Обычно говорят, что по тем или иным соображениям иногда находили какие-то проблемы, там финансовые проблемы, семейные серьезные вопросы какие-то, находили задолженности, находили какие-то скандальные нюансы. Иногда отвергали еще под какими-то мотивами, но на самом деле это чисто политический процесс. Я вам только что перечитал, какие важные вопросы решает Верховный суд. И поэтому и демократы, и республиканцы стараются, конечно, провести в Верховный суд США тех, кто разделяет именно их идеологию. Республиканцы хотят провести консерваторов, а демократы хотят провести либералов. Но те и другие называют это разными словами. Республиканцы, как правило, говорят, что хотят провести в суд тех членов, судей из низших инстанций или других кандидатов, которые строго придерживаются Конституции и не занимаются, как они говорят, либеральным активизмом, либеральной активностью, уже будучи судьями. Ну а демократы говорят, что они хотят провести тех, кто являются честными и объективными, то есть справедливыми. Но все это на самом деле не что иное, как политическая демагогия. На самом деле республиканцы хотят провести Верховный суд как можно больше судей консервативных взглядов, а демократы хотят привести в суд как можно больше судей с либеральными взглядами. И ничего не меняется, не меняется и сейчас. Единственное, что изменилось, у нас на дворе 2016 год, год президентских выборов, последний год президента США, демократа Барака Обамы, и именно поэтому эта номинация, и сейчас вот эта вся, весь этот процесс еще более политизированным. Ну, вот скажем, позиция сенатора Митчелла Макконнелла. Митчелл Макконнелл в данный момент возглавляет республиканскую фракцию Сената США. Фактически он является лидером Сената, так как республиканцы в большинстве, 55-45, то поэтому, естественно, Митч Макконнелл имеет огромное влияние, огромную власть. Он глава американского Сената. Он уже сказал, что он не хочет встречаться с Мериком Гарландом. Он сказал, а чего терять в пустое время, давайте обсуждать другие вопросы. Этот вопрос закрыт, сказал он. Он даже встречаться отказался с Мериком Гарландом. Почему? Ну а что, говорит, тут обсуждать? Все уже и так понятно. Давайте дождемся окончания президентских выборов. Пусть население Америки, говорит он, выберет следующего президента. И следующий президент в следующем году, а вы знаете, что инаугурация в Америке проходит 20 января. Вот в следующем году 20 января, говорит Митч Макконнелл, пройдет инаугурация нового президента, и уже новый президент пусть предлагает там кандидата, и будет кандидат утверждаться уже в новом составе Конгресса, новым составом Сената, и предлагаться новым президентом. В этой истории все было бы хорошо, кроме одного. Во-первых, сейчас в Верховном суде США из-за смерти Антонина Скалии у нас 8 судей. 8 судей — это означает, как я уже объяснял, 4 человека относительно консервативных взглядов, хотя, конечно, могут быть нюансы, и человек, считающийся консерватором, может проголосовать, может так вынести решение, одобрить какое-то решение, которое вызовет неудовольствие республиканцев. И 4 человека с либеральными взглядами тоже бывают исключения. Иногда какой-то либерал может отойти от либеральной ортодоксии и проголосовать так, что это не понравится уже демократам. И такие случаи были. Особенно, когда речь шла, например, о реформе здравоохранения или об иммиграционной политике. Но в любом случае сейчас 8 человек. И представьте, очень много решений, очень много важнейших решений за последние годы особенно принималось со счетом 5-4. Именно потому и задумали отцы-основатели Америки Верховный суд США, где 9 человек, чтобы не было равенства голосов, чтобы всегда принималось окончательное решение, чтобы не было паралича этой важной судебной власти. Но вот в данный момент этот паралич существует. Если завтра возникнет у Верховного суда США важный вопрос, и 4 судьи будут против, а 4 судьи будут за, то никакого решения принято не будет. Иными словами, блокируя любые кандидатуры, предлагаемые президентом США Бараком Обамой, фактически республиканское большинство Сената США на ближайший как минимум год, это минимум на год, делает невозможным работу Верховного суда США. То есть теоретически все возможно. А вдруг кто-то из либералов дрогнет или кто-то из консерваторов дрогнет. Но на практике
чаще всего будет, скорее всего, если, конечно, спорный вопрос. Если не спорный, там нет проблемы. Но если какой-то спорный вопрос, важнейший вопрос для жизни страны, будет 4-4. То есть боевая ничья. И нужен еще один человек. Именно вокруг этого и ломаются копья. Разумеется, республиканцы не хотят, чтобы пятым человеком вот присоединился к либерально настроенным судьям еще один либерал. Повторяю, они сами признают, что Мерик Гарланд не является либеральным судьей. Да, он достаточно либеральный в вопросах, повторяю, контроля над продажей огнестрельного оружия. Но во многих других вопросах он голосовал достаточно как человек консервативный. Более того, я уже сказал, его ранее вот в этот самый апелляционный суд в Вашингтоне утверждал тоже Сенат США и утвердил играючись. За него проголосовали очень многие республиканцы, в том числе нынешний председатель юридического комитета Сената США, его зовут сенатор Орин Хатч, мы про него сегодня еще поговорим, из штата Юта. Так вот, сенатор Орин Хатч тоже голосовал за кандидатуру Мерика Гарланда, когда того выдвигали именно в низшую судебную инстанцию, в апелляционный суд. Кстати, первоначально Мерик Гарланд попал вообще вот на такие высокие судебные позиции по инициативе тогдашнего президента США Билла Клинтона. Билл Клинтон назначил его, и Мерик Гарланд уже является таким вот судьей 19 с лишним лет. Вот он работает в очень высокой инстанции судебной, в апелляционном суде, в федеральном апелляционном суде. Вы уже видели фотографию Орина Хатча, который ключевую роль во всей этой истории играет. Он председатель юридического законодательного комитета, и он тоже сказал, что не будет встречаться с Мериком Гарландом, хотя он его уважает. Он сказал, тут вопрос принципа. Вот принципиально сказали сенатор Митч МакКоннелл и сенатор Орин Хатч, мы не будем встречаться и не будем устраивать слушаний в юридическом комитете Сената США по любой кандидатуре, какую бы ни предложил президент США Барак Обама. Но внимание! Под давлением средств массовой информации, под давлением критики сенаторов-демократов, которые бесконечно этим всем возмущаются, сенатор Орин Хатч сделал другое интересное заявление. Он сказал, вот если пройдут выборы в ноябре президентские, когда они пройдут, и выборы выиграет там Хиллари Клинтон или Берни Сандерс, то есть демократы, если, говорит, президентом будет выбрана, например, Хиллари Клинтон, сказал сенатор Орин Хатч, вот тогда мы проведем эти слушания. Вот да, вот если Хиллари станет президентом, демократ станет следующим президентом Америки, то тогда сенатор Орин Хатч, республиканец, председатель законодательного комитета Сената США, согласен срочно организовать слушание и утвердить кандидатуру Мерика Гарланда, который, по его мнению, достаточно квалифицированный кандидат. Спрашивается, а что изменится в ноябре после выборов? А я расскажу, что изменится. Опасается господин Орин Хатч, что если Хиллари Клинтон будет президентом, она считается, как вы знаете, достаточно либеральным демократом, хотя многие говорят, что она довольно центристских взглядов, как и ее муж, который вообще называл себя новым демократом. Так вот, опасаются в этом случае республиканцы, что после 20 января следующего года, если Хиллари Клинтон станет президентом, то она предложит на свободное место совсем не Мерика Гарланда с его умеренными взглядами, а гораздо более либерального демократа, гораздо более либерального судью, что очень не хотят, естественно, республиканцы. Поэтому они срочно в этом случае утвердят более умеренного демократа Мерика Гарланда. И скажите мне теперь, пожалуйста, что это не чистая политика, что это чистая политика. Республиканцы хотят консерваторов, демократы – либералов. Было бы по-другому, если бы все поменять местами, если бы президентом США был бы республиканец, а большинство в Сенате принадлежало бы демократам. Возможно, ничего не могу сказать, возможно, такое было бы. И даже нашлась видеозапись выступления сенатора Шумера, демократа, который тоже то же самое говорил в прошлом, что вот в последний год правления президента нужно подождать президентских выборов и только потом назначать на освободившиеся места в Верховном суде кандидатов. Меня все это вызывает большое возмущение. Кто бы это ни делал, демократы или республиканцы. Здесь отсутствует только одно – интересы страны. Отсутствуют интересы населения. Отсутствуют интересы народа. Народ, население Америки вообще никого не интересует. Просто республиканцы думают о своих партийных интересах, а демократы – о своих партийных интересах. И никто не думает об интересах всего населения Америки. По логике вещей должны быть проведены слушания в законодательном комитете Сената США, должны рассмотреть кандидатуру Мерика Гарланда. Если он не подходит, если он не квалифицированный, если он, как считают
какие-нибудь республиканцы, они так не считают, что он очень либеральный, что он недостойный кандидат, хотя они его раньше утверждали, и что он никак не годится для этой должности, голосуйте против. Проголосуйте против в этом же самом юридическом комитете. Тот же самый Орин Хатч может проголосовать против. Он не хочет делать слушания, потому что он не сможет голосовать против. Он уже голосовал за Мерика Гарланда. Он уже его нахваливал раньше и даже сейчас говорит, что его очень уважает, а просто из принципа не хочет его приглашать на эти слушания. Но как себя ведут демократы? Точно так же. Например, сенатор США Гарри Рид, возглавляющий фракцию демократов в Сенате США. У него недавно была хирургическая операция на глаз, поэтому он ходит в темных очках. Только поэтому. Так вот, Гарри Рид встретился уже, естественно, с Мериком Гарландом, устроил коллективное фотографирование своих коллег-сенаторов-демократов с Мериком Гарландом и говорит, пытается опозорить сенаторов-республиканцев, говорит, ну как же так, почему вы не выполняете свои конституционные обязанности, ведь это ваш долг устроить слушание, задать ему вопросы, рассмотреть его кандидатуру, и если она вам не подходит, проголосовать против. Но, опять же, тоже лукавит Гарри Рид, он прекрасно понимает, что если слушания будут, будет очень сложно заблокировать кандидатуру Мерика Гарланда. Но по логике вещей все равно должны быть слушания, все равно должны быть вопросы. Вопросы, связанные со взглядами Мерика Гарланда по тем или иным судебным вопросам, по его юридической квалификации. И хотя говорят, что нужно ждать следующего президента, которого выберут, можно по-разному относиться к Бараку Обаме. Но он на данный момент до 20 января следующего года остается президентом США. Его дважды выбирали в Америке. Нравится это кому-то или нет? Поддерживали его или нет? Вот я, например, никогда не скрывал, что я и первый, и второй раз не голосовал за президента Барака Обаму. Но он по-прежнему является 8-й год президентом США и имеет право, как президент, предлагать кандидатуры судей на освободившееся место. И в этом случае он тоже имеет право предлагать кандидатуру того или иного кандидата. А Сенат имеет право отвергать эти кандидатуры. Но Сенат не отвергает кандидатуру. Сенат даже не хочет слушать, даже не хочет встречаться, даже не хочет проводить какого-то бы ни было обсуждения. Иными словами, по-английски это называется partisan gridlock. То есть межпартийная междоусобица, межпартийное противостояние, застой, разлом, стенка на стенку. Демократы туда, республиканцы сюда, а страдает население. Как там? Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Опять же, проигрывает страна. 4 демократа, 4 республиканца в Верховном суде США, 4-4. Боевая ничья. Год. Почему я говорю год не будет эффективного Верховного суда США? Да потому что следующий президент вступает в свою должность 20 января. 20 января, пока он предложит, пока утвердят, еще пару месяцев пройдет. То есть примерно, в лучшем случае, до следующего апреля будет опять 4-4 счет в Верховном суде США. Разве это нормально? Интересно, что некоторые республиканцы боятся не только избрания Хиллари Клинтон на эту позицию, но и Дональда Трампа. Они говорят, что Дональд Трамп в некоторых своих выступлениях и в некоторых своих речах, а вы знаете, что Дональд Трамп сегодня является лидирующим кандидатом в президенты от республиканской партии и имеет хорошие шансы на победу. Делал такие заявления, которых некоторых консерваторов очень испугали. И они боятся, что даже Дональд Трамп назначит Верховный суд США не такого уж ярого консерватора. По крайней мере, вряд ли Дональд Трамп будет назначать Верховный суд США человека, как ярого противника абортов. Потому что Дональд Трамп не является ярым противником абортов, сам не является. Поэтому он может назначить более умеренного судью, что не устраивает консерваторов. Так что и по этой причине они не хотят никаких обсуждений. В общем, все это очень и очень печально из-за партийных разногласий. У нас высшая судебная инстанция Америки, скорее всего, в ближайший год останется вот в таком состоянии 4-4. Если, конечно, избиратели в разных округах и в разных штатах Америки не начнут требовать от сенаторов США, в первую очередь сенаторов-республиканцев, просто выполнять свои функциональные обязанности. Мне все же хочется надеяться, что государственное мышление возобладает, и человека, который, по мнению самих же сенаторов, демократов и республиканцев, достоин, утвердят в эту должность, и Верховный суд США будет работать, как ему и положено, по Конституции. Ну а вам я хочу пожелать всего самого-самого доброго, и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. Всего вам самого хорошего.